Здравствуйте, с вами Олег, это канал B Studio Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3. Так, ну что ж, мы сейчас уже начинаем играть за сына Коннора. Такой поворот сюжета неожиданный, честно говоря, для меня. Я об этом даже и не знал. Боже, какая красотень, посмотрите. Это лето, наверное, я так понимаю. Тут такая даже песни эти индейские. Не знаю, вот они успокаивают меня, знаете, такое умиротворение создают. Так, я так понимаю, что мне надо с этими детьми куда-то бежать. Это тут какой-то поселок индейский. О, вернее, закат. Да, говорят на индейском еще. Вообще супер. И довольно большой городок для индейцев. Я думал, что у них будут вигвамы эти шалаши, а тут, смотрите, такие постройки из дерева. Шикарный забор. Форт прямо целый построили. Очень интересно. Об этом я даже, в принципе, не подозревал, что так они развивались неплохо. Чё тут нам что сказал этот хрен, не знаю. Так. Огнем из рук стреляет, можно подумать. Так, что тут у нас? В прятки играть? Это интересно. Зора Гохаду. Опачки. Ты водишь, отлично. Я всю жизнь мечтал бегать сейчас. Искать их. О, выучим сейчас 1, 2, 3, 4 по-индейски. Так. 100, нихера себе. Так, и что дальше тут? Изучить подсказку. Так, найдите все дети, не сделав ни одной ошибки, найдите всех детей за отведенное время. Понял? Видите, мы уже тут и следопытом можем быть. Отлично. Так, изучаем. Так. Так, я видел там где-то. Ага. Я думаю, мы быстренько сейчас найдем. Он на дереве, я думаю. А ну-ка. Оп, еще нашли. Ага, вот он где. Да, сильно ты спрятался, чувак. Да, слишком хорошо ищешь. Конечно, я ж следопыт, не в сраку. Так. Чтоб я сейчас не нашел кого-то медведя с волком в натуре. Это будет ржачно. Так, сейчас. Так, где-то здесь должна быть подсказка. Что-то я ее не вижу. Взаимодействовать нам не надо. Так, подождите, что-то я... А, вот она, эта подсказка, не обратил внимания. Я думаю, мы успеем их всех найти. Так, где он там? Давай выходи, а то я сейчас насу на эти кусты. Ого, ж, двое здесь запрятались. Как вас нашел? Так, взял и нашел. Великое дело. Так, давайте тут поищем. Красуля, шмасуля. Шмасуля, блин. Так, скажите, где-то надо найти нам теперь эту подсказку. Вот это первое. Не буду так всех выслеживать тут в этом лесу. Оп, сузилось. Хорошо. Ага, вижу. Ага, это можно взаимодействовать. А, вот.
Нашел. Так, у нас время еще осталось довольно много, я считаю, для того, чтобы найти. Так, давайте еще раз тут поищем. Так, где-то здесь должна быть еще одна подсказка. Я думаю, что опять в этой соломе, блин, спрятался. Или на дереве, одно из двух. Есть, малыш, тебя нашли. А, все прячутся в одном и том же месте. Вылазь. Ага, напугал сильно. Это что, вернитесь в деревню? Ну, вернемся так, без проблем. Так, кстати, давайте на эту карту глянем. Тут лошадиная карта. Точки обзора есть. Ой, сундук есть. Давайте, может, сейчас возьмем какое-то еще задание. Там будет видно уже. Я думаю, мы здесь еще не раз будем лазить, поэтому лесу так что точки обзора у нас всегда будет возможность найти. О, мама. А, нет. Мама. Че там, еще какая-то игра? Ёлки-палки. Какие-то маньяки, что ли? Оска, Дегени, Оса, Гаерди. Чё, что ли, надо? И чё делать, чё делать? Яяк, Зада, Садегу, Джоту, Гаерди, Оска Юаре, спрячься где-нибудь. Оса Юаре, Гаерди Юаре, Уиски Юаре. Я думаю, где бы спрятаться, блин. Так, ну в этих стогах сена я не хочу прятаться. А тут что? Тут стог сена. Ну что тут? Везде одно и то же. Оп, есть, спрятались. Что-то я сейчас здесь увижу, мне кажется, военных каких-нибудь. 100%. Опа. Это что такое? Это у нас кто? Как они меня нашли прям в той куче? Смотри на этих охеревших. А, это же эти мои друзья-приятели. Жестокие ребята. На кого-то ты похож. Где я мог тебя видеть? Вот так вот. Но плюю тебе на харю. Как некрасиво. Красиво-красиво, издеваться над ребенком. Слышите? Он говорить умеет. Ловко для дикаря. И смело. Мы хотим видеть старейшин. Скажи, где твоя деревня, и я тебя отпущу. Делай, как он говорит. Я могу сломать тебе шею, чуть сдавить, и все. Искра твоей жалкой жизни тут же угаснет. Ничтожество, прах под ногами. Где мы индейцы? Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Не хотите видеть истинный путь. Мудрейшим из вас открыты видения будущего. Они молят нас о милости у наших ног. Но не ты, я смотрю. Нет. Ты отчаянно бьешься за свое. Невежество застит тебе глаза. Но я не жесток. Я пощажу тебя. Передашь мои слова твоему роду. Чем раньше мы получим то, что ищем, тем раньше вы сможете тихо жить в своей жалкой жизни. Честный обмен, не так ли? Как? Твое имя? Чарльз Ли. Для чего тебе? Чтобы найти тебя. Да, я крут. Я согласен. Молодец. Я буду этого ждать. Надо вот было обязательно бить прикладом. Варвары, сука.
Надрать бы им жопы, блин. Воу, меня плющит, не? А чё мне тут? Вернитесь в деревню. О, сейчас меня будет колбасить. И сейчас в дерево сейчас писаться было бы ржачно. Ну, сейчас посмотрим. И бегу, блин, куда? Бам! Все нормально, блядь. Меня чуть колбасит, но вроде я уже в норме. Оп. Блядь, эти суки сожгли деревню? Вот гондоны, блядь. А чё их индейцы не могли замесить каких-то четырех узурпаторов, блядь? Косуля меня чуть не задавила. Ёб твою. Маму, надеюсь, не тронули. Смотрите, что тут творится. Папандос, блядь. Столько людей, блядь. Воу-воу, тихо там. Ого, надо плакать. Есть. Смотрите, какой мощный, блядь, пацанчик. Как Шварц прям поднял то бревно. Так, что дальше? Тут еще надо успевать, может, кнопочки какие-то жать, если, знаешь, посмотрим. Увернулся. Так. Ага, вот, вижу. Что тут делать? Бля, она ранена. Найдите другой путь, сейчас найдем. Сейчас найдем. Мама, держись. Блять, везде огонь, сука, что такое? Я не могу тут. Вот. Другой путь. Давай, я быстренько жму. Бля, уже как могу жму, у меня уже палец начинает болеть. Фу. Не смог. Чё ты навечно кто-то хороший в мире? Что за херня? Опа. Высы меня обучили, кем он, наверное. Да, папандос. Игра в прятки. Вот тебе и игра. 9 лет спустя. Перья и деревья. Так, начать задание, да? А что у нас тут за задание? А-а-а. Так, сокровища все так же на своем месте. А это что? Таверна здесь где-то близко. Сокровище. Хорошо. Понял. Давай, берем задание. Ага, держите РТ, чтобы безопасно бегать по деревьям. РТ это у меня что такое? Ага. Все понял. Типа закрыто, да? Это в области, я так понимаю. Ага, понял. Ну, это то же самое, что вот бег держать. Я. А что дальше? Ага, чтобы лезть вверх. Воу-воу-воу. Тихо. Сейчас еще раз повторим это чудо.
Индус такой бешеный. Ой, индус. Индеец, точнее. Так, давайте сейчас разберемся, как тут правильно по деревьям лазить, а потом... А потом будет видно. А чё тут? А? Ну? Ага, понял. Так, что тут дальше? Надо будет осваиваться вот это А. Очень хорошо. Это плохая затея. Нихера себе. Ты смотри, как он ступает, не по-детски. Так. Вот это он, блядь. Как это союзник потерян? Куда он делся? Ничего не понял. Может, меня занесло не туда, куда надо? Так, оп, оп. Я Арико. Где он там, ваше несчастье такое? Окнуа! Я! Так, иди сюда. Поможем тебе, малыш, а то ты тут еще, блядь, утопился бы у меня. Теперь я понял, что случилось. Подскользнулся ненароком, да? На. Худеть надо, то пачку отъел, блядь, такую же, что бегать не может. Так, я ему дал полегче работу, себе взял сложнее, хорошо? Это нам по плечу. Так, что нам там делать-то? Куда нам? Ух, есть куда сыпать. Так. Опа. Ой, блядь, чуть не убился.
какой-то звук довольно знакомый. Где-то здесь что-то есть, нет? Ну тут обзорный пункт, я вижу, есть. Давайте его активируем. Где он тут? Так, это я вижу. Это звук этого, этой перины. Все, сейчас на нас орел еще налетит, это будет реально прикольно. О, это что я и думал. Воу-воу. Это я в куст упал? Он такой, нихера себе ты, блядь. Бэтмен, блядь. Ой, там агавок есть. Так, найдите больше перьев, понял. Где тут это перо? Вижу одно. Так. Там где-то еще одно есть. Так. Где оно тут, это перо? Хрен его знает, где это перо. А, вот оно. Так. Есть. Еще одно нужно где-то перо найти. Где оно тут? Ёптель. Побежали. Так, так, так. Я уже близок. Ой, не-не-не-не. А чё так далеко мне показали перо? Подожди. А, аж в другую сторону бежать надо, блин. Ёлки-палки. Хороший кусок сапани. А что здесь вблизи не было всех этих вот перьев? Так, я понял, что лучше вот этой дорогой идти. Бегать шустро. Ну, уже будем понятно, что у нас в арсенале есть лук и томагавок. Это очень классно. Прикольно. В любом случае. Опачки. А я сюда не могу пройти. Давайте хотя бы вот этот вот обзорный пункт используем. Ого. Туда мы и не попадем. Хорошо, понял. Давайте таким способом искать перья. Oh,
это подойдет. Не вижу я еще одного перья этого. Перья. Ага, все, нашел. Ой, какое непалевное. И че? Есть. Ну все тогда. Че там задумался? А, тут легко, кстати, свалиться с этих деревьев, я заметил. Так, задание выполнено. Привет. Так, уроки охоты. Можно, почему нет? Я. О, ты правду говорит, чувак. Я уже заметил, что пачка большая. Боже, этот не лазит по деревьям, не охотится. Что это за индейец? Я отключу эту сигналку, блин, чтобы она мне тут не мешала. Так, нам показали, куда нам идти, и сейчас пойдем поохотимся. Так, есть. Так, лук смертельный Y. А как мне... Что там, цветочки какие-то нашел? Ага. 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 Так, выбрать ловушку. Ой, тихо. Я не знаю, какой лучше. Приманка. Это что такое? Шинбяо, блин. Давайте это. Хауки оя дзиджат кархара. Так. Канто зат кархара. Ловушку сделали еще дальше. Хауки джаде нянда не заха гарио дамана е дениена. Дзини гариво сюгенир харе. Выследите оленя. Я сейчас сам на эту ловушку еще залезу. Так. По подсказкам? Каким подсказкам? Так, где этот олень? Которого нам надо найти. Понял, вижу подсказку. О. Изучить. Я же понюхал мочу оленя, и сейчас он что-то скажет. Я, каягуре дану гахуре аунайя анга такса де не ганехум. Я убью ее руками? Что, маньяк, что ли? Онак тискена су аанге. Тога оскену ду аюгенига амадего. Так вот и ророк.
Так, я так понял, что я сейчас в этих кустах буду идти. Чик. Понял, голыми руками. Вот так оно. Охотимся по-индейски. Понял. Так, давайте приманку сделаем тут. Вот. Унюхал, гаденыш, ты видишь, что делается? Так, давайте оленя освежуем. Он мне напоминает Far Cry 3, кто играл, бля. Там тоже туши животных фигачишь ножом, как сумасшедший. Так, что там, вернуться домой, что ли? Получается, или что это там? А, подождите, там у нас ловушки. Сердце оленя, во, куча всяких там запчастей набрали. Ага, видите, вид можно менять. Так, и что у нас тут? Оу, что это тут? Это его, наверное, а это моя. Снять шкуру. Быстро, что-то в ловушку попали. Так, охотиться обоим, хорошо. Это нихера не знает. Такой здоровый уже кабан, блядь, и ничего не знает. Что ты, блядь, перья зато влепил себе на голову. Индеец, блядь. Ага, убейте животных в воздухе, два убитых. Так, надо сначала, я думаю, выследить. Понял. Так, что тут за у нас? Изучить подсказку. Опять какой-то куст. С этого постоял ягоды олень. А тут кто ел? Медведь? Не ел ничего? Здесь ел траву заяц. Как мне вот... Ой, блядь, сыплю тут как сумасшедший. Тихо. Тихо-тихо. Давайте лук, чё это, самый рыжий. Всё, бабель сдох. Так, добыть шкуру. Как он там? Чётко работает, так. Тут большая территория, сейчас мы тут... А это тоже считается за зверя. Так, что-то я какой-то как Чикатило здесь. Так, снимаем шкурку. Такие прям ракурсы разные берутся. Ух. Так, оленина, шмаленина. Есть, и заяц пошел в расход. Ха, блядь, весело тут рубить. А, кстати, у нас стрелы не бесконечные. Чик. Все, да? Ага, разных видов, блядь. Я понял.
Там был какой-то такой опоссум. Замечательно. Так, оленя мы уже убивали. Ага, вижу я, кого еще я не убивал. Сука, а звук классной стрелы, кстати. Убежала морда хитрая. Так, хорошо. Слушайте, как он бегает, смешно. Ай-яй-яй, все, походу, да? Это уже лиса какая-то. О! Трех разных животных сделали. Убейте двух животных с воздуха. Сейчас сделаем такое. Ой, тихо. Так, изучить, что тут. Ага, я еще и стрелы вынимаю. Здесь олень пометил землю. Ох. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я вот что думаю. Надо бы... как бы залезть бы на это дерево. Я бы с дерева хотел убить. Посмотреть, как это вообще. Давайте так сделаем. Сыпанем этой сыпучки. Приманка, да? У-у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 -
Шустрым зайца умудрился, да? Так, давайте еще разок. Так, все, нам это задание обосралось, ну пофиг, зато мы чуть-чуть научились уже как пользоваться менюшкой. То, что в арсенале у него есть всякие приманки, всякая чухня такая, опа. Канадогу? Че, куда он пропал? Может он где-то заснул? Смотри, такой типа. Отку. Че ты там уже обосрался? Точно какой-то здоровый зверь. Оу, тихо там. Успокойся, Миша, блядь. Не знаю, куда бежать, но я отсюда рулю. О, как он от деревьев отталкивается. Да, медведь это во мне, это, блядь. Это так бежал, что даже мне слова не сказал, что Миша бежит. Урод. А я куда свое просрал? Так, так, уроки охоты. Уе. Да, не все хорошо сделали, но тем не менее. Где мой лук, топор? Все, всего зашел, нихера не осталось, да? Хорошо. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.